Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Товарищи, с Новым годом! И что это за движуха? Вечеринка. Начальник женщина? Красотка. Приз достается победившему корпусу и его надзирателям. Награда достанется охранникам. А каждый заключенный получит по одному подарку, какой захочет. Что? Кадры! Мы хотим участвовать! Вашу мать, не нужно было им говорить. Участников все равно выбирает начальница. Итак, 13-й корпус представляет 13-я камера. Почему? Опять я злоупотребляю положением. Чтоб ты знал, в этот раз победит корпус номер 5. Потому что от нас пойдут зэки из 8-й камеры. Мне плевать на победу, но хера с два я тебя проиграю. Вечно вы два о чем-то спорите, зайки. Не оказывайте дурное влияние на моих мальчиков. Завали, петух надушенный! Вот как. Хочешь, чтобы я твой нос цементом залил, да? Обезьяна, фазан и пёс. Прям как в японской сказке. Они все шестерки. Что ты сказал? С Новым годом, баны в рот! Победит тот, чей почерк будет самым красивым и изысканным. Мы же это не напишем. Постойте, у нас же есть он. Точно! Он японец, а значит справится. Что за говно? Как я мог забыть? Джуга, кроме как сбегать, ни черта не умеет. Ну, мы сами виноваты, что на него положились. Стопэ! Мы ж так даже первый тур не пройдем! Не переживай. Надпись «С Новым годом»! Они оба обладают дипломами по каллиграфии. Правда? С Новым годом, Момока Хайкушики. Вот бы Хаджиме Сугароку мое имечко там написал. Но нет... Я не могу больше злоупотреблять положением. Если нужна сила, то Хаджиме или Ямато — лучший выбор. Хочешь со мной, 15-й? Он же охренеть какой тяжелый! Ты просто мало каши ел. А ты что, целый жбан сожрал? Рок, чего ты хочешь добиться своей победой? Хочу печку! Печку? Если я выиграю, попрошу поставить к нам на кухню каменную печь! Нахера тебе печь сдалась? Потому что Сэр сказал, что у нас ее нет! Ты хоть представляешь, насколько офигенно пицца, приготовленная в каменной печи? А знай вкус древнекитайских пиздюлей! Да ты совсем ничего не знаешь! Одними пиздюлями сыт не будешь! Якунинышу? А, я знаю, это на типа каруты. Да, это почти одно и то же. Ну, кто из нас пойдет, а? Так, пойдет. Сейтара. Есть! Чё? На натуре! Сейтара! Неужели ты на что-то способен? Я вообще забыл, что ты здесь находишься. Ты умеешь читать? Они такие злюки! Да. Вот блин. Они же выберут меня, потому что я знаю японский. Чтобы вы знали, далеко не все японцы даже знают про Хекюнин и шум, мать вашу, за ногу! Посмотрим. Что ж... Я пойду. Ума, ты знаешь, как в это играть? Не, но это ведь карточная игра. Это не простая карточная игра. А кто тогда третий? Нет-нет, не надо никого. По-любому никто из них не умеет играть. А на Джуга так вообще надеяться не стоит. Пошел ты! Зови меня сладенький. Рада знакомству. Слишком ярко! Какая сильная аура красоты! Бедненький Уна. 13-й корпус представляет заключенный номер 11! Ну и ладно, я тоже так могу! Что? Он не излучает ауру. Их уровень красоты слишком разный. Но он хотя бы старается. Ты такой красавчик. Может быть, перейдешь к нам в корпус? Ну что вы, мне до вас еще очень далеко. Сдохните, петушары! Я с легкостью выиграю. Вот первый стих! Осенний лист. Простите. Чё? Когда с друзьями... Печа... Не... А... Бед... Что за хрень? У меня просто память очень хорошая.
Я заменю тебя, мой сладкий. Думаю, скоро он перейдет к активным действиям. Зато тебя Сейтара просто под орех разделал. Помолчал бы. Ура, ура, я победил!